Друзья, всем привет! Сейчас у нас будет распаковочка еды, поскольку я все еще с моими друзьями, как вы помните, после операции колена, еду заказываем на дом и надеемся, что она вкусная. Сейчас Рамадан, вы увидите после. Мы заказали две еды, как на Рамадан. Покажем сейчас и одну гриль. Все должно быть очень вкусненько. Сейчас будем распаковывать. Наташа говорит, насколько ты заказала, сколько принесли всего. Сейчас цены тоже покажем и расскажем. Так. Пошуршу вам, простите. Ох, так, сразу Наташу показываем. Это, конечно, как я говорю, это все бесплатно. Наташа говорит, нет, мы за это все заплатили. Значит, наверное, это соусы томатные. И это, чтобы тушить пожарчик йогуртовый. Так открой. И салатики. Открывать? Или ты будешь пробовать? И я соус без мяса пробовать не буду. Ну, слышишь, балованная. О. А с ремнем? Такой помидорчик реально аж взболтался, что когда его... А, это оно идет пеной, когда это, да, действительно. Талабатики вывез. Не-не-не, оно это, когда так делаешь, это оно нормально. Угу. Что, мокрое? Да, уже я мокрая. Салфеточки нету. Ну ладно, сейчас мы где-то обнаружим салфеточку. Все, больше открывать не буду. Открывать буду только еду. Это просто, поверьте мне, это йогурт. Так, это, я так понимаю, ого, две эти. А что ты заказывала тут? Я какой-то микс-гриль мы заказывали, и я сейчас буду открывать и буду все рассказывать. Надо делать так. Так, так, вкусная тенюшка какая-то нас ждет, я надеюсь. Та-дан-та-дан. Так, что у нас здесь? О, все это уже капало. Это и есть, наверное, ладно. Микс-гриль. Смотрите, здесь, значит, есть курочка такая, курочка сякая, и там кебабчик зарыт еще. Вот это оранжевая курица? Сейчас, Наташ, ты сходишь и принесешь мне яичко, хорошо? И тогда я буду все показывать. Нет, я не согласна. То есть ты кушать без меня будешь? Я не согласна. Отключаемся. Включились. Ставьте лайки обязательно. Так, сейчас просто хочу показать, что здесь кебабчик еще есть. Давай тут пошуршу. Ага, один кебаб. Может и не один. Так, что у нас такое в гриле здесь? Так, картошка есть. Картошку могу попробовать. Картошка, верьте. Ну, как-то ее так набросали слабенько. Смотрите, здесь есть такое белое мяско. Можно я попробую уже? Шашлычок, вот дырочка, кстати. Ну, это тика называется. Угу. Не толкается смачно. А можно, Наташа, передам? Я слюну тут глотаю. Угу. Так попробуем. Хорошая. Пахнет вкусно. Угу. Наташа, так. Угу. Это оценили. Дальше. Это такое вот маленькое, ладно. Я возьму на фоне. Я возьму повыше. Ну, в каком-то лимонном соусе, как бы. Не? Ну, смотри, кстати, лимонный соус. Не-не-не. Может быть. А ну. Именно это. Это, думаю, бифчик. Вкусный, мягкий, но уже... В смысле, но уже? Жуется чуть-чуть. Мне аж страшно, но уже. Потверже. Но это просто курочка всосалась. Угу. Ну, ешь уже. Ну, да? Нужно два ценителя, правильно? Это не... Не биф? Мутон? Да. Мутон. Козлик. Ну, ты что, не чувствуешь? Ну, вкус же не говядина. Не-не-не, это не биф. Мутон, да? Да. Там просто не было описания. Мы просто взяли грил-микс. Стоило, скажу сейчас, за все, скажу сейчас цену, когда распакую все. И вот такая вот есть прям, тоже видно, что шашлычок, дырочка такая, да? А ну сейчас. Люблю курицу, потому что она мягкая. Офигенная курица. Ну, курица не мясо. С другой стороны. Поэтому тебе останется меньше. Да, ну, вроде плохо. Кебаб один, ладно, кебаб потом попробуем. Кебаб, поверьте, он должен быть очень вкусный. Поверьте. Картофанчик еще один. Всего лишь один? Ну, посмотрим, что еще есть, подожди. Ну, то закрываем. Ну, вот как-то подача не очень, набросали я к этому. Я думаю, что еще помнишь, как-то везли нам пиццу из Талабата, и пицца как-то съехала. Да, да. Мы позвонили, ну, что это за пицца такая, нам новую привезли, уже нормально. Ну, он ровненько вез, парень, я когда открыл этот... Вот здесь такой, давай посмотрим, что здесь теперь. Я думаю, рис. Помнишь, Аня, что-то шло, ну, что вы хотите рис? К этому миксу? О, а боже, это столько риса, мать. А это просто бесплатная добавка была к этому. Ёлки. Ну-ка. Ой, кешью, я обожаю, это когда был кешью. Рис манги назывался, манги желтоватый. Были еще варианты какие-то другие, и white рис, мы захотели белый рис, и биряни, потому что он острый. Ну. Вот кешью, когда они готовят с рисом, ой, как вкусно, попробуйте. Просто положите это, если есть кешью вообще. Рис офигенный. Вот все это
Стоило 54, но, конечно, мяса могло быть и больше. Конечно, а не рисом все это, слышишь? Спасибо за рис, но я люблю мясо, да? Да, но мы любим мясо. Так, показали вам гриль. Микс-гриль, наш обедик на сегодня. Переставляем. Опа, вот, знаете, тяжелый. И пошла распаковочка рамаданских блюд. Вот. У нас уже было видео, как мы ели и объелись в ифтар на Рамадане. Посмотрите его обязательно. Так, что у нас здесь? О, шарики. Шарики, лукум или лукомат? Лукомат. Лукомат. Да, как-то вот так вот. Шарики вы должны были видеть и в Global Village, и везде. Порция стоит 18 дирхам. Взяла маленькую. Здоровая, в принципе, слушай. Прикольно. Это маленькая? Это маленькая порция. Это здоровая порция просто. А ну-ка. Вот эти шарики. Это сладкие шарики. Ну, знаете, как просто вкусный пирожок такой вот, печеный такой вот. В кипящем масле. Как бы ничего особенного, но все равно вкуснотень. Знаете, они сладкие еще. Ой, еще и они желтые. Что они куркуму добавляют, интересно, или что? Мне можно, да, спасибо. А еще, когда их полить финиковым соусом. Сиропом. Финиковым сиропом или медом. Офигеть. Мы медом поем. Офигеть, да, у нас что-то нету финикового сиропа. А что, они не предлагали ничем полить? Не было ничего. Странные люди. Не говорим. Кстати, классно сейчас где-то 3 дня, что доставку сделали, потому что... Ну, люди же Рамадане, да, там в 3:30 они могут покушать, поэтому доставка не всегда работает. 3:30 когда? Утра. 6:30 вечера. Нет, так еще это в зависимости от луны, там не в 6:30 ровно. Это каша, Харис. Это офигенно вкусная каша. Даже если вы не любите кашу, вы его полюбите. Каша на мясе. Я не могу описать, она просто вкуснейшая. Вид, конечно. Ну, вид, да. Вид, когда нам первый раз ее предложили, мы такие, ну ладно. Ну вообще... ладно, из уважения к вам, а потом, елки-палки, несите еще. А ну, ну что скажешь? Вкусно? А это с чем ты взяла? Или там не было этого? По-моему, с курицей была. С курицей была? Смотри, маслица налили даже. Да. Это. Давай я тебе дам на ложке, тут есть ложка. Угу. Наташа, даю кашу, потому что она ой, как пахнет, тоже вкусно. Кашу любит. Но мы любим. Это я взяла маленькую, по-моему, тоже, или медиум. Это стоит, сейчас скажу вам, каша стоит 28. Ой, ням-ням-ням-ням. Ну, вот это вот рамаданские блюда. Это вот пшеничная каша, варится долго-долго вместе с мясом. Боже, как вкусно. Ну, вот, немножечко вам показали, чем мы занимаемся, не только реабилитацией, упражнениями и 20-минутными прогулками на костыликах. Ну, вот еще еду заказываем, шопинг онлайн. Ну, вот такие развлекушки, когда вы на костылюшках. Жизнь онлайн. Будем благодарны лайкам и комментам. Также надеюсь, что у вас нашлось в холодильнике, что поесть вкусненького. Все, всем спасибо, ставьте лайки. Пока.